Всем привет, мы продолжаем попытку прохождения Айзека. Если у нас лучше получится, чем в прошлые разы сейчас. Ключ. Ключ это хорошо сразу. То, что выпал сразу ключ, это очень... Еще один ключ. Это очень хорошо. Просто отлично. Они потом очень пригодятся. Так, интересно, что же мне с золотой двери-то дадут, а? Хотелось бы, чтобы что-нибудь дельное, хорошее дали. Понятно, что там рандом все. Но... Ну, коробка со случайными вещами. Наверное, не так плохо. Ой, я не то заюзал. И карта была не очень. Профукал в первую бомбу, потому что мискликнул. Ну, я просто нажал не ту кнопку. А во-вторых, еще и карта классная выпала просто. Жалко, конечно, бомбу. Ну что поделаешь. Хотя бы из сундука карта была более-менее нормальная, дала нам жизнь. Все что ли? Так, такая маленькая первый уровень, босс уже. Один из самых противных боссов первого уровня, который может быть. Мы будем стараться его без потерь убить. Вряд ли, конечно, получится. Из-за этих мух, но... Стараться будем. Ну, немножко мне не повезло. Ну и теперь у нас будет клубок. То уровень очень быстро начался. А вот и ключ пригодится. Золотую дверь открывать. Монета. Лучше бомбу дали, конечно. Так, а это что такое у нас? Урон ядом небольшой будет еще, ну, ладно. Пять монет еще дали, или 10 даже. Сердце пока брать не будем. Если что, вернемся, просто установим перед боссом то. Два даже сердца, отлично. Не очень удобно из этих камней комната, но получилось пройти без потерь. Это очень хорошо. Большая комната, но много этих червяков. А там яд, интересно, бьет, когда он закопался или уже нет? Они бьют, смотрите. Классно. Еще одно сердце. Ну, возьмем уж тут. Так, и у нас еще несколько комнат вверху не исследованных.
Надо их проверить. Ай-яй-яй, вот и пригодится, кстати, сердце. Бомба, отлично. Ключ мне, что ли? Два ключа мне дала эта карта, да? Ой, таблетка дала мне ужасную вещь, за которую я не пройду. Вот это дурная... Когда начинают лететь шарики эти, не так, как надо. Здесь только на этом уровне будет, а потом пропадет, хотя вряд ли, конечно. Ключ, еще одна монета. Ну, в принципе, можно зайти в комнату. А что там мы можем? Что там мы за 12 монет сможем купить? Да ничего, на самом деле. Ну, бомбу сможем купить, да. Сердце могли не покупать, там валяются. Что-то я сглупил. Три золотых потратил. Ура! Прошло действие это. Оба! Потайная комнатка. Класс. Три монеты. Взрываем вот эту вещь. Ключ, личное синее сердце, еще лучше. О, куча мух, просто куча мух. Ну, пока они не стреляют, не так страшны. Сейчас можно идти бить уже боссы. Вот все комнаты облазили. На самом деле ничего такого отдельного не нашли, но не страшно. Довольно легкий босс, которому просто нужно убить того, кто вокруг него ходит с самого начала, а потом не попасть, когда он прыгает. Самый частый, наверное, самый легкий босс второго уровня. Ну, опять же, желательно без потерь сейчас быстренько убить. Что мы, в принципе, и сделали. Эх, собачья косточка. Нам ХП повысили. Не знаю, что дают, поэтому брать не буду. Так. Третий уровень. Поехали. Сразу начинается ужас. Ну, когда не убиваешь одну из голов в начале. Быстро. Начинается вот то, что сейчас происходит. А если бы ты убил, то есть если нам получилось бы сразу одну из голов этих убить, мы бы вообще без потерь эту комнату прошли. А так два сердца потеряли. Вот такой вот рандом. Да и даже больше. Деньги-то они наши выбивают, это не с них падает, так что. Просто возвращаем их себе. Ужас, конечно. 2,5 сердца потерять на. О, на нет, просто тупо нет урана. Тупо нет урана.
Так, перезарядилась. Карта. Урон вроде дали, да? Отлично. Открываем ключом, берем три монеты, берем бомбу, берем ключ. Выгодная сделка. Жизни бы где-нибудь стырить. Ключ, две бомбы тратить, а у меня их нету. Повезло. То, что под клубок мой попал. Совсем все плохо. Одна жизнь осталась. Мы открыли еще одну потайную дверь, в которой лежит книга. Что эта книга дает? Я не очень понял, что он дает. Так что не берем. Дымак у нас упал просто ниже некуда. Вот ужасно. А что кастрюля к нам не подходит? Ну, нам надо к ним подходить из-за рейнджа. Ты на босса, ну как-то с одной жизнью. Можно, конечно. Ключей нет, чтобы дверь открыть. Может быть, тут ключ будет, а? Давайте попробуем. Нет, нет тут ключа. Жаль, очень жаль. О! Нет урона их бить. Совсем нет урона. Ну и произошло то, что должно было произойти. Досадно. Сердце много падали на втором уровне, на третьем вообще не падали. И под на комнату все порешало очень плохо. Очень-очень плохо. Ах ты. Глупо попал, конечно. Они не сложные. Особенно когда их всего два. Да. Очень несложные. Просто ужасно.
Первый уровень. Класс. Просто класс. На первом уровне сдохнем. Даже половина сердца не выпала. Ну, классно. Так и надо. Главное, что вот и кучей конфет лежало что-нибудь взрывающееся, чтобы уж наверняка первый уровень не пройти. То босс может не убить. Не знаю, что мне дали, бред какой-то. Купить мы ничего все равно не можем, поэтому в атаку на босса. С него же сердце тоже не упадет, и так что перспективы очень классные. А, вот это духи типа страх, что ли, вызывают панику. Панику у босса вызывать. Ух, классно. То, что прям мне нужно. Ой! Не успел. Насад. Защитная штука, что ли, мне додали? О, я еще и профукал вот штуку. Жаль. Что мне это как-то дало? Я не понял. Жизнь только потеряли. Веселая бомба нас чуть не убила. Класс. Ну это мы бомб понабрали. Кучу. Это очень важно. Ну, у нас сейчас трюфеля мелкие убьют. Спасибо всем, кто смотрел. Серия получилась маленькая, но что-то не прет.